Поле боевых действий. Так характеризуют обстановку в кинотеатре его работники. Упадок здесь начался с начала 90-х. Выносили и продавали тогда все, что попадалось под руку, рассказывают местные старожилы. Когда-то летняя площадка вмещала 1500 человек. И под открытым небом показывали фильмы. Теперь здесь пустырь. Аналогичная ситуация и в других залах. Кино в этом зале не показывают уже 20 лет. В последнее время вместо зрителей здесь находились собаки, присутствие которых ощущается в воздухе даже сейчас. Не топят здесь тоже со времен перестройки, а в единственном зале, где хотя бы теоретически возможен показ, проваливается пол и рушится потолок. Вон та шахта обвалилась прямо, хорошо, что в зале зрителя не было, обвалилась прямо людям на голову. Это было точно. Ну, слава богу, что с кино вышли, и она как шухнула вот там, вон та шахта. В общем, потолок валяется уже. Елизавета Артемовна работает в кинотеатре 45 лет, но такого запустения не припомнит. Виновником происходящего она считает предыдущего директора Дома кино. Она ничего не делала, только собак водила сюда тучками. По 5-6 собак водила, позагадила, аппаратный заводила, малый аппаратный загадила. Ну, в общем, все. Розовый зал загадила этим собаками. Ну, и уже все видели, что она творила. Не все в порядке и с внешним видом кинотеатра. С момента ремонта фасада не прошло и 10 лет, но даже сейчас можно увидеть, что мимо кассы тогда принесли изрядно, считает нынешнее руководство кинотеатра. Стены давно пошли мелкими трещинами, если дотронуться, осыпаются желтым песком. Решить проблемы Симферопольского дома кино планирует новая городская власть. На сегодня есть уже потенциальных у нас 3 инвестора. И сегодня идет работа над программой, которую необходимо будет исполнить. Предварительно, для того, чтобы его привести в порядок, сделать его полноценным кинотеатром и место отдыха для жителей Симферополя, необходимо 3 миллиона долларов. А пока городские власти ищут инвесторов, сотрудники кинотеатра пытаются своими силами ликвидировать многолетние недоработки своих предшественников. Олег Зайковский, Александр Чукалов, служба новостей ТВ.